побегайке. Маня, кошмар вообще. За мной бегают маньяки постоянно. Вообще невозможно. Ни влево, ни вправо. Никуда от них не скрыться. Маньяк на маньяке сидит и маньяком доезжишь. И маньяком, блин, погоняет. Ну хорошо, хоть теперь с батарейками получше стало. Три батарейки, нормально. Добраться до церкви. Да в какую тут до церкви добраться? Тут до кладбища бы доползти. Ужас какой-то. Может, я надо в Outlast поиграть? Я думаю, тебе понравится. Да невозможности, Кать. Тут такие все милые люди, добродушные, приятные. Надеюсь, игра хоть сохранилась. Ой, дядь. Ну, это он просто кетчупом измазался, не обращайте внимания. Может быть, это местный повар, дядь Толик или сторож. О, церковь! Ну, по крайней мере, я увидел крест. Конечно, в местных поселениях крест далеко не означает место служителей культа. Давай же быстрее снимай своих мух навозных. Чертов журналюга. А что? Что? Я тронулся? Да, естественно. Да, я слышу тоже голоса. Как будто в школе крики гулко раздаются эхом в моем сознании. Крики школьников. Ну, это просто из моего чатика. Не обращай внимания, Буря. Это из моего чатика школьники кричат. Так, отсюда можно вылезти? Нет. Просто иду наверх. Это не церковь, это какая-то срань господня. Я думаю... Это Мария, наш студент. Это Бонибур, ваш преподаватель. Ну, быстро скинулись мне все батарейками. Смотрите, здесь кто-то перепелами обедал. Курочка из KFC, возможно, не знаю. По крайней мере, кетчуп есть. А оригинально здесь устроена система канализации. Когда под краном, под раковиной стоит бочка с водой, судя по всему, система канализации здесь только декоративным образом представлена. Так, очередное ничего не объясняющее послание нас ожидает. Нет, нет! Дядь, подожди. Давай сначала, конечно, прочтем. Цель. Дети должны бояться своего долга, а восхвалить его как гарантированный вход в рай. Запомнить, в раю нет боли. Отец дал вам жизнь, потому что жизнь принадлежит ему. Бог дал вам жизнь, потому что жизнь принадлежит ему. Можете вы не знать, что верите врагом. Ваш страх – инструмент врага. Господь знает лучшее. Ничего не напоминает? Это прям как программа Киселева «Вести недели». Заменяйте слово «Бог» на слово «Путин», и вы увидите стандартный репортаж программы «Вести недели». А и заметьте слово враг фразой агент Госдепа. Кит спас его от утопления. Жребий ангелов, кто будет врагом. В каком смысле прокинул? Не, Маш, давай ты имена их все напишешь, Антону передашь, ладно? До сентября. Главное, чтобы он свои коленки до сентября увидел. Пожалуйста, дайте батарейку-то. Люди добрые, ладно. Вот так вот, таким непринужденным способом мы упали в огород. Так, хорошо. Что дальше? Ну вот, костер. Милые люди играют на гитаре, возможно, барды. Сюда никак. Ну, давненько я не бегал с перекошенным от страха рылом, поэтому я думаю, что сейчас у нас опять кто-нибудь набросится.
А, это же кастинг на детский голос. Как мне туда забраться? Чертов забор, можно туда вскарабкаться. Можно только на что-то встать. Вот, на это встань. Так, а надо вскарабкиваться, да? Обязательно вскарабкиваться, да? Еще один. Мамочка, мисс Карлсон... Мисс что? Мисс Карлс сказал, что нельзя рассказывать о том, что они будут делать, но это не сказал, что нельзя писать. Пожалуйста, не дайте им убить меня. Я люблю тебя и папочку. Джулиана. Джулиана. Так, я думаю, на тележку надо толкать. Ну-ка, давайте взаимодействовать. Помолись со мной. Не-не-не, мужик, я сегодня уже молился. Ой, это опять эта бабка сумасшедшая отмороженная. Господи, нет, ну это не совсем она. Там есть еще более страшная. Это пассивная бабка. Это пассивно верующая. Она особо не напрягается по жизни. А вот есть агрессивные. Агрессивные ФГМнутые. Вот эти могут, конечно, оскорбиться. И в состоянии крайнего оскорбления переломать рыло, носы и другие конечности несчастным оскорбляющим. Понятия не имею, где я, куда надо идти. Ой, проводка. Бабка продолжает свои молебны. Бабка идет сюда. Дайте хотя бы бинт. Еще Машка поет, что добавляет жути в игру. Господи, меня скринжается, я ненавижу эти грехи, потому что... Да пошли вы. Так, ладно. Меняем батареечку. Куда идти? Мать его, идти, а? Так. Товарищи мои. Машка песню еще поет. Отчего меня еще больше прет? Никого. А, через эти ворота я, судя по всему, и перебрался, да? Так, че это? Че это халупа? Я из ЖКХ. Вам нужно делать генеральный ремонт. Вы сдавали деньги на генремонт? Видимо, нет. Так, здесь я уже был. Понятно, мы ходим по кругу. Классическая история. А вот туда мы еще не ходили. Игра лагает. Не лагает. Не обманывай нас. Переходи на Good Game на YouTube. О! Но я еще раз говорю, это пассивная бабка, она просто... Она просто время от времени кричит позор наркоманам, проституткам и каналу МТВ. Ее бояться не стоит. Так, отсюда, вот отсюда я пришел. Назовем ее бабка, прости меня. Говоря, я уже немножко устал ходить вокруг да около, а вот и дыра в заборе. Так. И что? И снова надо взаимодействовать с чем-то.
А можно мне взаимодействовать с бот... Ага. Понятно. А, понятно, еще более понятно. Теперь стало все совершенно и окончательно понятно. Сейчас мы повзаимодействуем, Децл. Вот с тем забором. Боже, ты хочешь его? О, ёб твою, вот она самая главная паскуда. Нет, тетенька, нет, 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 я фу. А вот это, друзья, агрессивные православные. Запоминайте, чем они отличаются. Я, пожалуй, пойду сменю штанишки. Рекламная пауза. Так, короче, ребята, у нас новая загадка. На середине пути нашей тележки перед рожей появляется эта страшная бабка. А может быть, она оттуда просто выходит по... Да, она выходит отсюда по скрипту. Так, 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 женщина, женщина! Я сдавал на свечки, алло, я жертвовал... Как ей объяснить? Как ей объяснить о гуманистических ценностях что-нибудь, а? А, мне крест в жопу затолкала, мань. Так, мы имеем дело с шизофреничкой, поэтому тут бесполезно. Слушайте, ну... Я даже не знаю, может быть, как-то приманить ту бабку, которая менее агрессивная. Апатичную бабку приманим, и бешеная ее зарубит вместо нас. Такой план. Скриптуется, как только я пересекаю определенную демаркационную линию. А, я так полагаю, что нужно каким-то... Да, ей пофигу, она просто на скрипте. Еле понимаю, что происходит, но... Отрубила нам пальцы. Так, ладно. Че, это тележке придавить не получится? Но вот возможно. Майя, ты можешь дать мне салфеточку, зай? Короче, я так понимаю, что бежать реально бесполезно. Я вот только не пойму, а куда я... Спасибо, Зай. Я над пропастью повис или что? Ого! Ого! Скриптони бабку и беги. Авдотья Абасратовна, я... Сейчас будет шоу Бенни Хилла, ребят. Ну и что мне с ней делать?
Она-то явно бегает быстрее меня, и плевать она на все хотела. Слушайте, а если я просто сюда побегу? А сюда никак. Здрасте! Подождите, 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 ну сейчас же яблочный спас. Нельзя людей косой зарубать. Ну ёпсту, дэй. Бэ, иди в жопу. Бабка, ну ты скотина. Так, ладно. Хорошо. Молилась ли ты на ночь, Дездемона? Понимаете, в чем проблема, да, ребят? Если кто еще не понял, в чем проблема, объясняю. На пальцах. Нам нужно вот через тот забор на той тележке. Что это было сейчас? Может быть, я думаю, что эту вот эту женщину нужно как-то заскриптовать аж до самой. Аж до самой бабки-плакальщицы, я буду ее так называть. Ну, которая просто что-то бормочет себе под нос, а если рядом с ней стоишь, то она тебя может тряхнуть ножом. Черт, они убили лошадь поручика Ржевского. Вот такая, ребятушки, вот такая вот фигня. А бабка куда-то усвистала, видите? Куда-то она свалила от этой дырки с косой вообще никак не спрятаться, это я вам точно говорю. Тут вопрос заключается в том, что надо как-то ее... А, сюда вот вообще никак не выйти. Куда бабка делась, молельщица? Алло. Бабуль, я по вашу душу. Вы нужны мне. Я, кажется, хожу кругом, скорее всего. Ну да, вот он снова, этот крест. Не знаю, может мне тоже попялиться на распятого грека. Они распяли Аристотеля. Может мне тоже на него попялиться и поможет как-нибудь. Ну, судя по всему, вряд ли. Я сейчас бы барбекю. Но на барбекю собирается пустить нас, поэтому надо как-то все-таки решать проблему. Проблема, ребята, серьезная, что... Что обосрись. Ну это реально. Стоп. Все, я понял. Все, я понял. Опа. И все. Сосни. Ха-ха. Ну а теперь толкать и молиться. Молиться и толкать, ребята. Нам пиздец. Я не знаю, что делать. Бабуля-то явно обладает собачьим нюхом. Ну хотя бы систему поняли. Тихо-тихо-тихо, бабушка моя. Оп. Ай-яй-яй-яй, нет, за ногу вытащила. Паскуда старая. Ах ты, господи, а. Слушайте, ну я на строительство храмов вроде жертвовал в этом месяце. Молебны покупал. Псалтырь читал. Тетенька, чё вам от нас надо нахрен?
Все, Боня, говорит, рисуй мини-карту, иначе тебе... О! 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 Она заборы ломает! Она текст... Сука! Я отказываюсь идти дальше. Эта женщина ломает текстуры. Так. Что? Давай, ломай забор, давай. Начинай. Блин, страшно-то как, а? Че, неужели она сейчас... Она пошла в обход, да? Да похеру. Пожалуйста. Господи, 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 пожалуйста. Запрыгни. Сука. Я это сделал. Насрал в штаны, но сделал, ребята. Сделал это. Сохранение. До свидания, Евпрофсея Матвеевна. Удачной Пасхи. Блин, как же стрёмно это было, а. Я просто хочу передохнуть, не хочу никуда дальше идти. А, поползу просто. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ладно, вперед. Ну, надеюсь, клип будет, ребят. Надеюсь, на хайлайтике вы не поскупитесь. Вот, еще кого-то повесили. Напоминает село в 37-м году. Председателя повесили. Нормальная история. Так, снова идет сохранение. А вот и церковь, да? Похоже на церковь? Это, мать его, и есть сраная церковь. Вот оно. Логово всех этих отбитых наглухо. Ой, что это? Так, ну нам туда, но перед этим я же любопытный. Я просто схожу. Посмотрю на пару статуй. Вдруг у них батарейки здесь окажутся. Ну, обычно же всегда оставляют за сараем батареечки для меня, да? Эти кости отмечены грехом Каина. Покайся в земле, пока снова не воскреснешь. Враг ждет в неизвестном чреве. Господи, используй челюсть мою каменную булаву. Заплати мой долг. Это прям что-то к судебным приставам, что ли. Сион? О, Сион, о, Сион. Обращается к персонажу из Лиги Легенд. И вот, собственно, две могилки. Все аутентично. Ну что, пойдемте с паствой знакомиться, как говорится. Музыка жуть. Эх. Так. Я на всякий случай напоминаю, что мы живем... На всякий случай напоминаю, что мы живем в либеральном светском государстве. Эй!
Я пожалуюсь в ЕСПЧ. Не трогайте меня. Ух ты ж. Как Иисус нынче раздобрел на казенных-то харчах. Преподобному пророку Салливану ноту от лорда Байрона, как записано, ником проблем. Чего? Благодарю вас за дополнительные экземпляры ваших проповедей. Я подарил их тем своим ученикам, мозг и глаза которых еще не поражены, которые могут читать, но нам нужно больше вина для причастия и для успокоения страданий. Чертовы мракобесы! Средневековые глупцы! Идите в жопу со своими писюльками. Так, там мне предложили записи почитать. Давайте посмотрим. Тут понятно все. Тут тоже понятно все. Эти кости отмечены грехом Каина, Осион, Осион. Ну, это вот, ну, я еще раз говорю, так это шизофреническая, теософическая чушь. Зачем было таким количеством этого бреда наполнять повествование, я не понимаю. Вот все это мы читали, смотрели. Ребят, ничего нового мы не узнали. Посмотри запись камеры. Так посмотрел же. Ну ладно. А я иду, шагаю по церкве, и покемонов я ловлю. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Как-то не прибрано у вас тут. Неужели батюшка опять забухал? Мария! Нот! Кто ты? Кто такой? Меня зовут Боря. Чужой? Не местный? Батя! Никакой я не батя. Хотя мог бы им стать. Замочи меня! Ты должен меня грохнуть! До судовольствия? Нет. Но возвращается. Смотри! Он ее ранит. И я заговорю. Если ты меня замочишь, у него не будет причин ее ранить. Пожалуйста! Отрыви мне яйца! Ой, нот идет с Марией. Ё-моё, куда бы спрятаться, а? Так, понятно. Куда прятаться-то нахрен? Ой, сейчас папа нот придет. Ой-ой-ой-ой. Все, я готов. Пожалуйста, батюшка, начинайте шоу. Так, я занял места в первом ряду. Мы нашли ее, Исайя. Она пыталась сбежать пораженным. Не похоже на поведение благоразумной женщины. Маня, бог ты мой. Ответь своему супругу, дорогуша. Он тебя не видит, но еще чувствует. Да, это я, Маня. Отпустите ее, Дева Мария, мне жаль, я не хотела. Ух ты, какой жирный священник. Ну, прям классический образец. Господь ненавидит тщеславие, я тоже. Чужая баба несет в своем чреве разрушение мира. Почему она забеременела не от меня? Но Вэлл с вероотступниками выкрали ее, отец дьявола сбежал. Она народит свое мерзкое отродье до рассвета. У нас есть всего несколько часов, чтобы найти и грохнуть эту шлюшандру и спасти этот рай от вечного ада. Где она? Куда Вэлл ее забрал? Дяденька, я не местный. Я всегда был деревенским дурачком. Откуда я знаю? Это из-за тебя, я, Сайя. Заставьте эту женщину петь песню в военге. Нет, нет, только не военга. Я женщина, чрево носящая Антихриста. Что, опять? Опять лагает. Сила в непокорном ангеле. За нерожденное дитя мне не страшно. Сила в непокорном ангеле. Мне не страшно. Не страшно, не страшно. Скажите ее, Сайя, чтобы он заткнул свою пасть. А, прекратите, хватит, я скажу вам.
Честное слово, я, она в загашнике, она за амбаром. Боже мой, хватит, хватит. А что там с Марией делать? Дайте зазырить-то. Ой, что там, ее там как-то растягивают, что ли, не знаю. Где баба? Прости, Маша, но ты больше не наша. Шахты, наверху в горе. Вэл увел ее в шахты. Ты никогда ее не вернешь. Ты не сделаешь этого до родов. Мы руки Господа, ноги Господа. И даже бицуха Господа. Мы не можем потерпеть неудачу. Этот мир умирает с криками. И орут они в основном от того, что мы их немножечко мучаем. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Оставьте бабу в покое, она мне еще нужна. Ой-ой-ёшеньки-ё-ё, ей там руки сломали нахрен! В каком покое? Что ж вы делаете, окуянные? Этому черепуху разрубили, этой руки переломали. Ёб твою мать. Какие нахрен шахты? Где эти шахты? Так, опять у всех лагает там, ребят, пишите, пишите, давайте попробуем еще что-то сделать, как-то... Как-то решить вопрос. Давайте мне обратную связь, граждане. Едите скинасос. Они, вы видите, что? Оставьте, говорит, ее в покое. В покое. Посмотрите на ее кожу. Посмотрите на ее сиськи. Ну ладно, на сиськи не смотрите. Посмотрите, они руки вывернули нахрен. Просто вывернули. И, судя по ее взгляду, заставили еще всю Донцову прочитать. Ёшкин дрын. А этому голову разрубили напополам. Написано «Чувак». Да. Кажется, дипломатические договоренности невозможны. Сдается мне, все наши договоры будут дезавуированы. Смотри ролик в камере, именно ролик. У тебя как будто FPS в игре мало, сама трансляция норм. А у меня снова была небольшая потеря кадров, 122, но это 8 сотых от общего числа. В общем, выживаем как можем, ребят. Выживаем как можем. Так, оно что-то решило обновляться, блин, система. Ну ты серьезно, ты решила пообновляться сейчас? Я же выключил обновление винды. Но системе похеру. Обновляться так обновляться. Правильно? Правильно. Туда ее в качель. Так, отсюда не выйти. Печально. Может, из окошка? Ой, сколько грешников-то набежало. Я только сейчас заметил. Смотрите, бог ты мой. Я... У меня один вопрос. У меня один вопрос. Откуда нахрен здесь столько народу? Они грохают людей десятками. Десятками. Какого лешего? Нет, я к той бабке не пойду. Он направляется к мосту. Я... Ах, спасибо, что подсказали, куда направляться. Ой, не угадал. Тихо. Очки разбили, это ничего. А! Оу! Еще один нахрен крестоносец. Так, ладно, давайте посмотрим ролик в камере для начала. Нет, уже не посмотрим. Так, ну ладно. Иха, а если вот так? Да сука, тупой ты...
Я не понимаю, почему вот он через эту ограду на мосту не смог перепрыгнуть, хотя обычно через них Сигал, как Стивен Сигал в лучшие годы. Чужак! О! Все зависло. Вот теперь все окончательно зависло. И ни хрена себе! Все время он меня истязал. Спасибо, ребят. Вы делаете хайлайты, я их соберу, сделаю, наверное, нарезочку моментов по Outlast, да? По окончанию. Так, ладно, бежим. Бежим, как мы. Они бежали как могли. Может, нам как-нибудь направо уйти. А тут уже кто-то. Тут уже какая-то паскуда. Здорово. Так, тут не убежать. Классно. Здорово. Куда идти? Хрен пойми вообще. Игра понимает, какое оно говно, и дает тебе шанс. Может быть, как-нибудь... Да нет, какая дверь? Тут только... Ну давай беги ты, скотина тупая! Пожалуйста, дядь! Так. А если я сделаю ход конем... И как-нибудь через забор... Там, помните, я мог повиснуть на руках? На заборе. Я ведь мог. Эй! Так, тут нельзя. Лихо. Какой нахрен мост? Куда? Какой мост? А сюда нельзя, да? Сюда никак нельзя. А, сюда можно, да? Но... Но долго, я понял. Ребята, надо где-то заховаться. А во лбу звезда горит. Надо как-то заховаться. Как? Здорово! Ребят! Не надо так нервничать. Ну, попытка не пытка, хорошая была. Слушайте, а если я сейчас дверь открою и за нее спрячусь? Вот такой вот ход конем. Сука, тут вообще не спрятаться, да? Жаль, обидно. Эта косорогая скотина еще не может нормально никуда спрятаться. Бочки нельзя. Оно бежит к мосту, говорят. К какому мосту? Ну, нет, ребят, это просто жопа. Надо как-то в дверь слева попасть, но если я буду все время бежать и не спрячусь от них, в итоге как-то не скипну их поиски, я... Ибо они не разбредутся искать рай, обыскивать район, я не смогу, просто не смогу, не успею открыть дверь, потому что она довольно долго там открывается. Печально. Выискивая любые способы хоть как-нибудь заховаться. И ничего не нахожу, ребят, ничего. Это игумен Тимофей и романах Андрей за мной гонятся, не иначе. Только они такие прыткие козявки. Асио. Hey!
Ну вот это была хорошая попытка, на самом деле. Вот надо как-нибудь спрятаться за какую-нибудь дверь, потому что иначе я от них, я их не сброшу с хвоста. А как закрыто, ё-моё? Чужак, он был в церкви. Ну вот хоть какой, хоть в тазик спрятаться, я не знаю, ребят. Пожалуйста. Ай, сука. И направо некуда бежать, и налево некуда бежать, и некуда спрятаться. Дверь, из которой они пришли, нельзя, к сожалению. Вот они меня, вот здесь вот. Дверь, из которой они пришли. Да вот видите, не получается. Мне кажется, она там закрыта будет. Может быть, как-нибудь удастся заховаться все-таки. Ага, понятно. А теперь я побежал сюда. Ну попробую на похер вообще. Ай, блин! Ну она закрыта, конечно, да, она по-прежнему закрыта. Они появились из закрытой двери. Два паскудника, но попытаться можно как-то... Как-то закрыть им дверь и попробовать через... Ага. Раз. Два. Не-не, они довольно быстрые, да, ребята? Привет! На похеру. Нет, вот никак вообще, да? А может здесь как-нибудь можно под лавку забиться? Нет. Закайте их до центра, беги вокруг повешенного. Кстати, это идея. Давайте попробуем. Попробуем закатить их действительно до центра. Идея SMA мне нравится. Сука, они в обход бегут. А, видишь, как тяжело. Они бегут с дистанции друг от друга. И, в общем, да. Я могу только вместо повешенного, наверное, притвориться. Ну серьезно, я не вижу даже ни одного какого-то укрытия, даже попытки какой-то мне помочь, хоть с какой-нибудь бочкой, дырой, куда можно спрятаться. Сибириан бы поддержал ваш канал на 128 рублей и сообщает. Продолжаем рубрику «Вопросы за 128». Лишится ли ВСП действенности в Канаде? Я думаю, что шансов немного. Ну вот, надо как-то ее. Вот видите, надо открыть эту дверь. Надо открыть эту дверь, как, не знаю. Если я побегу максимально быстро, возможно, удастся. Давайте сейчас попробуем вот просто не слакать вообще. Только если ВСП лишать девственности насильно. Только вот в этом случае его может ожидать хоть какое-то подобие успеха. Просто не слакаем. Сука! Удалось, ребят. Удалось, 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 ребят. Не знаю, что дальше. Блять, я сломал себе ноги, но... Но не знаю, что дальше. Дяденьки, не бейте, пожалуйста! Так, ладно, ну хотя бы теперь понятно, куда бежать. Ну ладно. Ну, общую суть вы поняли, да, ребят? Надо просто успеть. Если бы я еще успел закрыть ее перед их носом, было бы совсем роскошно, наверное. Блять, ты че? Ты че, мудак, устал? Он устал. Нет слов просто. Это козлина устала.
Я ненавижу его. Это ГГ. Этот подонок вдруг решил, что теперь ему 100-метровку не пробежать. Круто, да, ребят? Какая-то рандомная выносливость у главного героя. Давай, сука, беги! Блять, ты чё, издеваешься, пидор? Извините за мой французский. Мимо. Паскудник. Мимо! Да-да, бегу. Давай, родной, давай, поднажми нахрен. Сасан Лео! Е-е-е! А вот и батареечка. Спасибо водопроводчику за это. Он любил здесь послушать сплина. А простите, а как мне выйти теперь отсюда? Товарищи! Товарищи мои! Да, милое местечко, конечно. Я бы здесь остаток игры и провел. В принципе, мне нра. Теперь до шахты нужно пилендрить. Ну, давайте пробуем пилендрить. Я надеюсь, игра-то сохранилась. О! Знакомые места. Знакомые места. Очей очарованье. Здрасте всем. Как в шахту пройти, не подскажете? Кто-кто в теремочке живет? О! Бабанечка. Я из ювенальной юстиции. Можете ребеночка мне показать? Мне кажется, у вас здесь не совсем подобающим образом обращаются с детьми. О, нахер с тобой. Как сказала бы ювенальная юстиция. Так, это долго. Я, конечно, обратно иду, вот мне не оставляет это ощущение, что я просто челемкаю обратно. А пройти нельзя сюда, не? О, дядь Степан отдыхает. Ну, пускай отдыхает дядь Степан. Не будем его беспокоить. Нам через кукурузу, мне кажется. А может быть и сюда. Кто его нахрен знает? Правду. А. А, вот такая история. Ну ладно. Все, вопросов нет. Значит, нам как-то мимо дяди Степана. Я так понимаю, что нам в кукурузе нужно пилендрить. Вот у меня такое ощущение. Ролик посмотри. Да ёпс тудей. Какой нахрен ролик? Пытка. Они всегда ранят женщин, чтобы наказать мужчин. Это мерзко и подло. Ай-яй-яй-яй-яй. Все.
Может, еще что-нибудь есть? На пути в рай, Боже, до того, как они убили детей. Должно быть, ты любил меня, я... Что? Да, у меня тот же вопрос относительно того, что я играю в эту игру. Что я делаю? Зачем я делаю? Думаю, тут происходит магия. О, волшебство. Стулья для публики, я видел ее только потом. В красных труселях. Повешенная Джессика. Понятно? 18+, плашечка, да? Врата храма основана соленым нотом, современным Иезекиилем. Их ножи остры для врага. Слушайте, как оказывается весело тут. Он сказал, что она сделала это с собой сама. Он сказал, что защищал себя. Да кто тут поверит этим бреням, ребята? Вы чего? Ну, в общем, и так далее, ребят. И если кому-то интересно смотреть это бесконечно... Однажды учитель сказал мне, что музыка птиц является такой тем, что Господь все это любит нас. Да. Да, ну, в общем... И все в таком духе, в таком, как говорится, развороте. Боже мой. Другие звали ее Мартой. О, да, баба Марта, это да. Угольную копоть и запах ладана. Да, баба Марта здесь санитар деревни. Всех сирых и убогих подчищает. Ну, в общем, как-то так, ребят. Ничего нового. Ничего нового. Нам надо через деда Ибрагима как-то так аккуратненько, аккуратненько. И я так понимаю, в кукурузку нырнуть. Свежескошенную. Дедушка Ибрагим, дедушка Ибрагим. Можно как-нибудь залезть? Можно. Ути, как хорошо здесь, ути. Кто-то жрал курицу прям в кровати здесь. Так ясное небо. Утром с лезвием встретился еще 6 моих детей. Только одного голоса не было слышно, это было заметно. Господь уже ответил. Ну, все нормально. Стандартные параноидальные шизофренические галлюцинации. Так, батарейку бы. Но, к сожалению, с батарейками мы перебьемся, судя по всему. Так и зачем смотрели-то SMA ролик-то? Что нам это дало? Что нам это дало? Давайте идти просто прямо туда, на свет луны. Ох ты ж твою мать, а! Удержи меня рядом с собой, все они извращенцы, все они шлюхи. Да ну в жопу, ну страшно до жути вообще. Вот ползание в этой кукурузе, наверное, одно из самых страшных, что может быть в игре. Один из самых страшных эпизодов игры. Да, хорошо, хорошо, SMA, я понял. Так, ребята, а я здесь уже был. Знаете ли вы, господа, что я здесь, а уже был. Он просто идет назад сейчас. Ползем назад. Че ты стопоришь? Давай. Еще на гитаре по духам играет. Что дальше?
сука, пошел нахер. Сижу. Здорово, красавчик. Прикурить не найдется, дядь. Я... О, пошел ты. Дай ему в чан, а. Ах, твою мать, что ж такое-то. Опять сначала. Серьезно. Ой, слава богу, слава богу. Ну, я так понимаю, нам сюда. Нам не... Да перепрыгни ты, козлина, блядь. Тупая. Да ты чё? Дурак. Извините за мой... Иезекильский. Так, и шо оно тут? Должен быть способ остановить колесо. А, я думаю, единственный способ засунуть в это колесо какого-нибудь маленького пронырленного шкандибенка. Снова батарейка садится. Водонапорная башня. Так, способ остановить колесо. Что будет, если я зайду сюда? Ага. Нужно найти ручной маховик. Так, ручной маховик. Кто-нибудь нахрен что-нибудь понимает? Где его искать-то? Ладно, найдем, не проблема. Где я наш не пропадала? Правда, ребят? Конечно, Бонич. Ручной маховик. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Нам бы по ручному маховику, а вот и он. О, какой красивый. Самое то. Так, тут можно спрятаться. Хорош играть на гитаре, ублюдки. Прям по духам, падлы, страшно. Сейчас батарейка сядет опять. Очередная. Нам нужно как-то поэкономнее. Ой, так, и дальше чё? Херак? Повернули. Давай, 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 давай. Давай, мужик. Это должно сработать. Должно? То есть может и не сработать, да? Чё у нас по батарейкам? Три. Жить можно. Ёб твою мать! На меня обрушился шум. Да господи, какой же ты малохольный мужик, ну! Ладно. ГГВП. Ничего. Что мы теперь заново все будем вставлять? Ну правда? Я не понял. Я не понял, господа. Граждане, дорогие. Что ж-то творится? Там лежал маховик. А теперь его нет. Что за хрень? То есть нам надо бежать туда, чтобы он появился? А, вот так, да? Снова поворачивать полчаса. Давайте менять батарейку. Спрячемся в бочке. Сука, давай быстрее. Вот сука. Не ту бочку мы выбрали, ребята. Не ту бочку мы выбрали. Сейчас задохнемся. Сейчас задохнемся.
Он там собирается идти или чё? Да схрена ли вообще, дядь? Ладно, извините. Не в ту бочку полез. Хорошо, этих подлюк двое, представляете? Так, этих подлюк двое. Просто бежим наверх с маховиком. Похоже, от нового атласта бомбит сильнее, чем от первого. Похоже. Так, ребят, нам надо каким-то макаром пройти, кажется, снова через двух этих козлин. Так, что-то мы там перекрыли. Если я так аккуратненько сяду, вон он идет. Почему он дверь за собой закрыл? А там еще один будет сейчас стопудово. Блять. Да пошел ты нахер, козлина! Так, а от этого как спрятаться? Ну, наверное, нужно нырять вправо, в проем каким-то макаром, да? Да, думаю, что так. Довольно долго все это бодяга длится. Вот почему нельзя посохранить. А я могу сохраниться. Не, я могу, конечно, сохраниться в любой момент игры, но, судя по всему, повтор все равно потом при смерти включится именно с этого места. Так, ну ладно, теперь хотя бы понятно, куда бежать. Лез в колесо, ты же его затормозил. А я, честно говоря, вообще не врубаюсь. Куда. Как это сделать? Да, блядь, сядь, мудак! Ну что за персонаж козлина? Его просто за какой-то столб занесло. Я реально не врубаюсь. Колесо слева, да? Да, колесо, судя по всему, слева. Я вот не пойму, где оно. Это же я, ребят. А как? Дядь, да как? Да как ты застрял между двух столбов? Сука! Чудила ты из Нижнего Тагила. Ну как ты застрял между двух столбов, а? Так, для начала я хочу воткнуть, куда мне бежать. Так, вот это колесо. Как мне в него залезть-то? Ну, я так понимаю, оно затормозится вот тут. И я пролезу, да? То есть я выбегаю прямо. Да хрен там был. Ой, извините, дядь. Да вы чё, да не надо. Так, ладно. Еще разочек. Давайте еще раз соберемся. Значит, вот колесо. Вот я забегаю. Забегаю сюда и прямо, да? Нет, нет, не прямо. Направо. Нет, какой нахрен направо? Вот сюда забегаю и все. Тут сразу направо, да?
Просто забежал и направо, и побежал. Да. Ну все, сейчас изичка будет, ребят. Главное того скипнуть, товарища. Уф. Прощайте, барабан, Леонид Аркадьевич. Да, СМА, я понял. Да, блин, должно сработать. Ты чё, блядь, идиот? Ты идиот? Чё ты сделал? Куда ты там прыгнул? Дебил, да что ты делаешь? Вот морозок. Его просто вращает направо. Полезли, 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 полезли. Пока. До свидания, дяденька. Ой. Ой, оно лезет! Ой, ты твою мать! Оно лезет! Господи, да какие же вы все мерзко стрёмные! Да ну вас к черту! Ладно.